Близится самый важный праздник православных христиан – Пасха. Празднуют его не только те, кто соблюдает пост. Каждый желающий может выразить радость воскрешению Христа. Как якутяне готовятся к Пасхе, расскажет Юлия Великодная. По традиции уже в 16-й раз начнет свою работу республиканский пасхальный фестиваль искусств «Золотые купола», в рамках которого жители и гости столицы ожидают бесплатные выставки, концерты и спектакли. Насыщенная программа ожидает и жителей районов. Почитание прошлого, это прежде всего, да, и духовных истоков, и святых, и святынь наших. И поэтому вот здесь, в этом контексте, на базе Якутского художественного нашего национального музея, состоится музыкальная гостиная, откроется, и традиционно выставка, значит, посвященная 1155-летию династии Рюриковичей. Самым ожидаемым событием для якутян станет угощение. Побить рекорд собираются кондитеры «Царь кулича» массой в 1 тонну. В книге рекордов России пока самым большим считается кулич весом 641 килограмм. Сегодня начали сборку пасхального угощения. Ушло где-то порядка 2000 яиц, 500 килограммов отборной муки, 40 килограммов изюма, 120 килограммов сахара и где-то более 200 литров воды. На выпечку составляющих пасхального кулича потребовалось 3 дня. Для украшения самой главной и сложной части будет привлечен не один кондитер. Мы организовали в этом году эту акцию для того, чтобы напомнить всем жителям нашего города и гостям о том, что существуют христианские традиции проведения Пасхи. То есть христианство – это не только вера, это благотворительность, милосердие. В праздник Светлой Пасхи принято красить яйца, освящать куличи и ходить в церковь на праздничную службу. Царь кулич после приготовления непременно будет освящен. Как и в дни рождественских праздников, да, также и в дни пасхальные, конечно же, церковь призывает каждого человека делать добро и ближним, и дальним. Поэтому, естественно, якутская епархия только приветствует дела благотворительности. 16 апреля жители и гости столицы смогут попробовать кулич в 13 часов в торговой компании «Айгуль» по адресу Кальвица 14/5 и посетить большой праздничный концерт в театре имени Пушкина. Юлия Великодная, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.